Привет. Ой, Василий, а ты что делаешь в мужском туалете? Я вот зашел по нужде. А вы что тут делаете? А мы как бы тут писаем. Как вы тут писаете так? В мужском туалете вы видите мужчину? Если там в женском мужчина, то тут... Ужас, где мужчина? Тут тоже нет выдавливалки? Нет. Кого вытереть руки можно? Как и нет. Вон же сушилка. Она в четыре наша. Ой, ну ты сама сказала, что у тебя можно, я ж не виновата. А вот и Тёма вышел из женского туалета. Они в мужском только что были. Слушай, Тёма, они только что...